Меня зовут Михалевский Евгений Александрович. Я работаю менеджером по продажам в розничной торговле. Обратил внимание на сферу торгов по банкротству, когда искал возможности дополнительного заработка. Об Олеге Селифанове узнал где-то в интернете, не помню точно, наткнулся на информацию. Почему принял решение учиться именно у него? Потому что мне в первую очередь привлекла возможность дальнейшего доступа к инвестиционному фонду Академии, ну и также возможность получения диплома. Лот, который я выбрал, это земельный участок, такой объект недвижимости, который можно купить за достаточно небольшие деньги. Конкурентов не было, никакого их проблем не было, они просмотрели это не при участии в торгах, потому что лот, земельный участок представляет собой просто открытую территорию, где можно спокойно сфотографировать все. Лот приобрел по цене 28 500 рублей. Соответственно, никаких не было, поэтому подходить никому не пришлось. Подавать лот планирую, в общем-то, через сервисы продажи объявлений. Вот, там Авито и так далее. Также хочу еще посмотреть, что будет дальше с земельными участками поблизости, потому что там подавалось много земельных участков в одном месте, и часть не подана, часть нет. Что думаю об Академии? Ну, хорошая, полезная, в общем-то, организация. Новичкам порекомендую ничего не бояться и, в общем-то, четко следовать своим целям, тогда все получится. Если вы хотите так же, как наши студенты, зарабатывать по 100-200 тысяч рублей уже в первый месяц после обучения, то запишитесь на наш бесплатный мастер-класс. Вы узнаете, как покупать автомобили, недвижимость, спецтехнику и другие объекты на торгах по банкротству со скидкой от 50 до 90% даже без собственных вложений с новой профессией агент торгов по банкротству.